Сегодня 18 марта 2014 года. Находимся в город Барнаул, Ползунова 6. Приехали нам там дерево наклонное спиливать. Это у нас храм тут, где лестница. Мы подходим сейчас к воротам. Сейчас гололед еще. Но уже весна близко-близко. Вот скоро сходить все начнет. Вот собачки у нас гуляют. Да иначе он еще их кормит. Вот он стоит. Здравствуйте. Добрый день. Что вы тут снимаете? А мы все снимаем. Все снимаем? Да. Все, что с нами связано, мы все снимаем. Это работа для интернета пойдет. Завтра вся вселенная будет. Какие мы альтернативные работы? Что, в интернете не мешает, да? Там, это средство входит. Это единственный дом в Алтайском крае, который такой. Я когда-то сидел, не один за слово позже. А потом был реабилитирован, устудился и добился, выиграл процесс, обовали больше. Вот эти дома я погашил. Они мне должны были 11 миллиардов. Я вам дам наш сайт. Видите, вот мне. Так, это все будет. Нету ни крестов, ни иконы. А это сектанты, нет. Они с протестантами. Да, это... Ладно, давай. Что,
Не прерывай, значит? Нет, ну не прерывай, так пройди. Узнай, скажи, кто их послал. Так вот он начальник. А? Начальник того стоит. Так надо эти кофты выносить. А потом уже на нас распределяли. Они разрешение да, выдали. Это дерево стырить нельзя, его маленько почистить, стырить хотя бы. Что-то распилить. Вещи можно топором обрубить. Их забрать, да? Ну, да. Ну, это я думал, щупки вот эти, которые мы заберем. Ну, понял. Ветки туда. А ну, что? Уже вызвали. Такой печка вот в руках стоит. А это там мужчины стоят, они что, обзоры? Они вот внизу по-моему. А то уйдешь, и ты еще. Я хочу сказать насчет дома маленько, поверни сюда. Вот этот дом находится Ползунова 6. Я получил в 97 году, когда освободился. Это было в 97 году, уходит 10 лет прошло. Но в 92 году был уже реабилитирован как политзаключенный. Поэтому у меня было изъято очень много материалов. Я насчитал самую крупную в мире фонотеку религиозной литературы. И стал судить. Вернули. 11 лет шел суд, и я его выиграл. Счет был у них тогда 11 миллиардов по тем недоминированным людям. Ну, а одну сотую часть вы решили, и расплачиваться было нечем. И Бог дал хорошего судебного пристава, исполнителя, женщина. И она пообещала арестовать все счета в городе Барнауле, и учителям никому не будет выдавать зарплату, пока со мной не рассчитаются. Ну, нам негде было молиться, я пошел к мэру города, к Баварину Владимир Николаевич. Ну и тогда, теперь он вице-мэр Петров. Он был глава администрации железнодорожного района. Так, начальник Слуцкий был по имуществу. Ну и мы предложили им вместо денег рассчитать недвижимость. И вот эти вот 13 соток и два дома. Два дома эти дали. Вот в одном мы молимся.
То дерево развалилось, оно рядом с дорогой. Ну и пришлось обратиться в администрацию. И вот сегодня приехали убирать. Сегодня 19 марта 2000. Если Господь позволит, значит, благополучно кончится. Главное, чтобы крышу не повредили как-то. Как они тут сумеют ее отхватить. Дело в том, что рядом провода. Пока не знают, как это сделать. Ну, пока вот так. Я думаю, его надо там прервать один. Обвини.